Стаду бизонов предстоит преодолеть водное препятствие. Взрослому животному особо не составляет труда это сделать, а вот молодому теленку даже не широкая речка может создать немало проблем. Особенно, если стадо решит в воде поменять маршрут в поисках более пологого берега. Такой путаницей, конечно же, могут воспользоваться хищники, например, эта взрослая волчица. Она заметила, что теленок отбился от стада и решила попытать удачу, отправившись за ним на противоположный берег. Действовать нужно быстро. Не найдя своего малыша в стаде, мать вернется за ним к реке. Волчица обращает внимание на каждый звук, понимая, что со взрослым бизоном ей не справиться. Мать теленка вышла к реке и ищет своего малыша вдоль берега. В порыве ярости она прогоняет волчицу и ждет, когда ее малыш встанет на ноги. Но полученные травмы не дают ему это сделать. В итоге бизону пришлось оставить теленка и двигаться дальше со стадом.